Полиция приостановила расследование кражи урожая у фермеров Херсонской области. Мы рассказывали о том, что возле села Рубановка неизвестные скосили и пытались вывести пшеницу почти на 2 миллиона гривен. Почему тормозит следствие, выяснял Кирилл Ющишин. После инцидента прошел почти год, а дело не сдвинулось с мертвой точки, рассказывает фермер Петр Москалев. Тогда воров задержали с поличным, но полиция их отпустила, а потом вернула комбайн, с помощью которого злоумышленники собирали чужой урожай на поле. Я подскочил на ниве до него, остановил, спрашиваю, что вы здесь делаете? Забрал ключи, правда, я у них сразу. Вызвал своих рабочих на технике и заблокировал комбайн. Комбайн был единственным доказательством того, что пшеницу воровали. Но по решению местного суда его вернули владельцу Константину Слоневскому. Он тоже фермер из соседнего района. Именно Слоневского потерпевшие считают организатором кражи. Правда, в полиции нашли другого подозреваемого. Это мошенник из Запорожья, который давно числится в розыске. По факту настоящий преступник Слоневский, который действует под покровительством оборотней в погонах. Я думаю, вот скоро снова начнется сезон сбора урожая, и он продолжит свою бандитскую деятельность. Все наши ходатайства о том, чтобы привлечь его к ответственности, игнорируются. В прокуратуре уверяют в обратном. Говорят, личность подозреваемого установили верно. Это Александр Сердюк. Можу вас запевнити, що цих доказів зібрано достатньо. Саме що та особа, яка вчинила злочин, їй було оголошено підозрою, вона оголошена у розшук. Потерпевший фермер уверен, урожайных воров крышуют на довольно высоком уровне, ведь убытки от кражи составили почти 2 миллиона гривен. Все так же мы получаем отписки, что якобы ведутся какие-то процессуальные действия, а именно розыск. И в связи с розыском производство по делу приостановлено. Фермеры уверены, дело просто повесили на первого попавшегося. И чтобы прошлогодняя история не повторилась, в Рубановке собираются усилить охрану, не дожидаясь помощи от правоохранителей. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Херсонская область.